Приветствую всех с наступающим Новым годом на канале Автоджокер. Посмотрите, какая предновогодняя суета. Едем по центральной улице города Новочеркасска. И сказанное мною актуально не только на вот эти оставшиеся два дня. Сегодня 30-е, за 31-е. Но сегодня особо актуально. Будьте вежливы, потому что пробки, мы сами злимся, что негде припарковаться, трудно проехать, движение стало медленным. Но если мы хоть чуть-чуть станем вежливы, хотя бы немножечко, пропустим отъезжающую машину, которая хочет тронуться с места парковки, на перекрестке немножко притормозим, дадим повернуть автомобилю, мы все равно везде успеем, потому что движение медленно, а люди будут радостны, чуть-чуть поднимем им настроение, не будут, может, так злиться на все это. Давайте уступать друг другу в предновогодние праздники, в предновогоднюю суету, и, может быть, тем самым чуть-чуть поможем, чуть-чуть сократим вот это вот трудное движение, улучшим его. Еще раз с наступающим Новым годом, всем здоровья прежде всего, и чтобы наши автомобили нас не подводили. До свидания.